Рав Штейнман рассказывает, что один день зашла к нему директор рабанит от Мидрашия в Бнебрак. И она говорит ему: «Рав Штейнман». Он говорит: «Да». «Рав Штейнман, сегодня я должна была выйти на пенсию. Все, мне 65 лет. Это уже дня, что я должна играться с моей внуки, с моей внучкой. Это день, что я должна уже увидеть мой покой, счастье, радость. Все, что я 45 лет тут работала тяжело, это дня сейчас, что я должна увидеть фрукты от всего, что я, а?» Рав Штейнман на нее смотрит, говорит: «Ах, ах, рабанит, умоляю, я тебе умоляю, не бери никакой пенсии, не бери никакой отпуск, не бери никакой, оставайся с нами еще 5 лет. Нету, кто будет тебе поменять. Ты самый лучший, ты самый чистая, а твои руками, а какие девочки вышли, какие женщины вышли, какие нашот хайль вышли, умоляю, оставайся еще мало». Она смотрит на него: «Рав Штейнман, я 45 лет дала тут в этой школе, я должна с моим мужем разговаривать, с моим раввином дома». А Рав Штейнман говорит ей: «Скажи ему, что я попросил, что в сегодняшнем поколении кто будет воспитать наши девочки? Сегодня все модернизация, все открыто, все можно. А, все, не надо, не надо. Сегодня ничего, ничего, ничего. И ты такая, что ты, а? Ты так сильно их держишь. Ты их не отпускаешь, ты на каждую вещь ты смотришь, ухаживаешь на каждый. Ох, ты такая, как ты, нету больше. Пожалуйста, умоляю, не оставляй. Дай нам еще мало, еще год, два, три, минимум». Если Рав Штейнман попросил, кто может сказать нет, а? Она пошла домой, объяснила так, разговаривала с ее мужем, с Рав. Рав сказал: «Если Рав Штейнман сказал, это Рав Штейнман, и это нельзя отказаться. Если он попросил, все это». Они согласились, и она осталась на еще год, два, три, согласилась. Она приходит домой после первый день, второй день, неделя, два, три, месяц. Кончилась Суккот, и один день она заходит там в какой-то комната, хедер морот, где все там сидят, кушают, отдыхают перед урок, и никто не заметил, что она зашла. И она слушает, что там 5-6, а? Учителя там, они там, а? А морот, а? Разговаривают. И одна говорит там: «Ах, ах, какая рабанит, а? Как будто рабанит». Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, она слушает. И она все слушает. И этот учитель говорит: «Ах, бессовестная такая, а? Осталась тут, а? Для деньги, все за деньги, ах, ай-яй-яй-яй-яй». И все слушают. И она еще продолжает. Есть такие молодые женщины, что так ждали зайти в этот, а получить этот вещь, чтобы директор, рабани тут, главная. И смотри, как она за свой это гордость, да, тут осталась, а, для деньги, для уважения, для гордости, а. И так она 6 минут на нее разговаривает, и какие вещи на нее, ой-ой-ой-ой-ой. И рабанит все слушает. И рабанит все слушает. Ей так стало больно, она начала плакать. Ах, она начала плакать, ей так стало больно. Это же неправильно. Я же тут не осталась ни за деньги. Я не взяла моя пенсия.
Дальше моя зарплата, я готова была получить меньше, они это не знают. Почему такие вещи? Почему все наоборот в мире? И начала плакать, и она очень сильно обиделась. Очень сильно обиделась. Она поехала домой без настроения. Ночью идет спать, и она так сильно плакала. День, два, три, четыре. Она себя не находит уже несколько дня. И она никому не рассказывает, что она служила. И так дня проходят от Суккот до Пасха. И в Пасха, два-три дня перед Пасха, перед Лейла Седер, звонит одна от учителя Тама. И говорит, рабанит. Да. Рабанит, шалом. Да, шалом. Рабанит. Да. У нас очень плохие новости. Ой-ой-ой, хас ве-шалом, השם ירחם, какие новости. У нас в школе есть много учителей, так вы знаете, не знаешь, там много-много, Барух Ашем, там все наши женщины, наши сестры. Ну, одна там, ты ее знаешь, ее имя Малка. Она... Что стало? Она... Ну скажи уже, что стало? Умерла, хас ве-шалом, что стало? Она очень сильно заболела. А что, какой? У нее уже 3 недели головные боли сильно. И она как пошла увидеть, что это там, а какие, что? Сказали, таблетки, таблетки, таблетки. Это не таблетки, она упала. У нее рак. У нее рак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рабанит, пожалуйста, надо найти кто-то, что будет ее поменять. Завтра девочки останутся без учителя там. Да-да-да, я все сделаю сейчас. Я все, окей, давай, до свидания. И поставила трубку. И начала так, а. Этот Малка, что она стала больная. Этот Малка, это Тора, это женщина, что ее обидела так сильно. 1.5 года тому назад. И она говорит, а, есть Бог, а? Есть Бог! Бога, Бога! И так она, день, два, три, ей стало больно. Она в эти дня, она слушает, что у нее 12 детей, муж, что плачет, лежит около ее кровати, и молится Богу, Бог, не бери от меня, моя жена. Не оставляй 12 детей такие, так что они были, а, сироты, не надо, пожалуйста. И она поняла, что может быть, потому что так сильно ее обидела, может быть, так Бог ее наказал, и она не хочет, и ей это стало как больно. Она пошла к Рафштейнман и говорит, Рафштейнман, у нас в школе есть одна учитель, она неплохая, но она мне сильно обидела, Рафштейнман, очень сильно мне обидела. 1.5 года после, что она меня так сильно обидела, и она не знает, что я это все слушала. Она когда меня обидела, она не знала, что я там слушаю все. И я держала внутри, в сердце зла сильно, и падать я, я не могу ей простить. И написано, есть 4 люди, что нет таблетки на их удар. Талмид Хахам, человек, что дает лекции, человек, что учится Тора, и ее, Барух Ашем, соблюдает как надо, держит как надо. Кто будет его обижать, нету таблетки на его удар. Сирота. Кто ее, его, а? Обидит, нету таблетки на его удар. А родителей тут нету, только Бог есть. Бог говорит, сейчас только я есть у него. Кто будет его обидеть, это его конец. Талмид Хахам, человек, что дает лекции, делает так, что люди пришли близко к Богу. Кто его обидит, Бог его так накажет, что нету таблетки на его удар. Бог говорит, это мой сын. Он все для меня делает, что люди пришли близко ко мне, что исправили их некачестве. Что начали соблюдать,
איתי פרשו ריבוע בדיוק, תהיה בדיוק כמו שליח נאמן. נהיה תו תבלית כאן את רוידה. אלמנה, ז'ן שנשתו יום מוז'ין, אומר. כדה ענה סתיו אלו יודום. מוז'דניו את הסמיק לבני, שסון אומר. תקדניו נעשתה לסניקתו קרום מבסיבישתי. וגיע צדק. ז'ן שנשתו זדיע לגיור נסטיישי. כדה ענה זדיע לגיור, יורדיתי לי את ה... בול שני יורדיתי לי. את הרדיתי לי, נו, את ה... את אורשני עברי. תקנה כמות ה... סמה אבשיז ניבט את מיר. תקבוק גברית שיטירי וירשי. איזיתי איך הבידיו. נהייתו תבלית כאן את רואי הודר. טיפולות ששודר שאתה נהייתו תבלית כאן את הודר. שטובין יקרא לסתקי וישי. יענה גברית רב שטיינמן. אומני אמור שברך תלמיד חכם. ים היה שיז דל אשתו. פרניסטי ז'ן שלי. דיבצ'קי. מלדי. זרוס לי. פסי בליסקה כתיבי. פסי וישני. אין אמני תקה בידילה. Я чувствую, что, может быть, это за меня, что так она обидела. Наша Тора — это правда, это наша Тора — не обман. Если в Тора написана одна буква — это эмет. Если одно слово — это эмет. Все в нашей Торе — это эмет. Рав Штейнман. Я чувствую, что за меня она в такая ситуация, но я не виновата, она мне обидела, и мне было больно. Рав Штейнман говорит, ну надо простить, надо простить. Она говорит, да, ну, что простить есть... Два вещи, что надо делать. Один, что она попросила от меня. Что она сказала? Прости. Я ей могу простить. Ну, она же не попросила от меня. И в нашей Аллахе, в нашей Торе, она должна попросить. Это что я сама, кола кавод, молодец. Но она же должна сама прийти и сказать, я ошибка сделала, извини. Да, ты права, говорит Рав Штейнман, ты права. И второй вещь, Рав Штейнман. Написано же, что если человек уже как сказал, махальти, махул, 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 все. Это должен быть от сердца. И Рав Штейнман, может быть, я не такая цадыка, как вы думаете. Я не могу ей простить от сердца, она мне так сильно обидела, Рав Штейнман. Она очень сильно мне обидела. А Рав Штейнман это слушает. И Рав Штейнман говорит, слушай, моя сестра рабанит. Давай сделаем так, что начнем с этого, что она попросила, как она пришла к тебе и попросила тебе, что ты тимхалила. И она сказала, Рав Штейнман, как вы скажете, так и будет. Это вы наши рав, как вы, мы после вас идем. И Рав Штейнман написал письмо, и там он написал, что все, что надо, чтобы ее как, дать ей понять, что она кого-то обидела. И это письмо получили два отцами, очень умные учителя, что были там в школе. И они это получили. И пошли быстро-быстро на Маяне Иешуа в Бнебрак, в больнице там. И Рав Штейнман умный, талмид хахам ацум, гдол адор, Рав Штейнман. Он сказал... Он кому послал, он там написал, не говорите сразу, что она так ее обидела. Давайте с ней так, вы знаете, бедину дворим того и так, бетахбулот аселах так. Скажите ей, почему, да? Он все там объяснил в этот письмо, что он написал. И там два очень умные там пришли и сказали, Малка, шалом, шалом. Мы пришли тебе проведать так. Вы знаете, Рав Штейнман нам написал письмо и сказал, что не может быть, что такая, как ты, великая такая, цадыка большая, в такая ситуация должна быть, это не просто так, в жизни нету просто так, должно быть какой-то причина, что вы тут лежите, в такая ситуация. Она говорит, это не только лежите, это врачи мне дали два недели. Ой-ой-ой-ой, два недели, ой-ой-ой-ой-ой, они начали плакать. Они говорят, Малка, слушай, может быть, хас шалом, ты не одевалась скромно всегда, может быть, что-то у тебя так, хас шалом, она говорит, я всегда одевалась скромно. Ты знаешь, Гмара пишет, что кто не одевается скромно, все болезни он на себе, не-не-не-не, я всегда одевалась, вы мне знаете, я всегда скромная.
может быть, хас вешалом, вини, вини, хас вешалом, мы только хотим найти корни, откуда проблема выходит, откуда она началась. Если, может быть, вы чистота семья, что-то не держали, все может быть в жизни, вы знаете, я цорара большой. Она говорит, хас вешалом, мы не такие грязные, мы, у нас все по чистота. Может быть, некошерная еда, что-то покушали, сидели, а вы знаете, это все в крови, это от каждой вещи, что мы кушаем, как становится, что бывает? Кровь бывает, и может быть, ваша кровь, вы знаете, и может быть, хас вешалом, мы кушаем только кошерная еда, мы все делаем, все, Баруха Шем, все. И они так нарочно, как, בכוונה ככה, מסביב עושים להם בקרוק ככה, בכוונה, בתחבולות. אוי, מי דומם שלום מזניים. Может быть, мы хотим тебе помочь, мы хотим найти проблему. Откуда она начала, почему у тебя такая ситуация? Может быть, хас вешалом, мы только думаем, может быть, хас вешалом, что-то в шаббат, шаббат винарушен, что-то, хас вешалом, не соблюдали как надо, лефи алаха. Она говорит, хас вешалом, шаббат на нас это самый высокий день, что мы отдыхаем, день, что мы, это день, это наш самый любимый день. Так что может быть? Подумай, может быть, что может быть? Что может быть, хас вешалом? Может быть, вы что-то думали? Может быть, вы на кого-то разговаривали? Может быть, вы что-то видели нечисто в ваших глазах? Что-то послушали? Что-то вытащили от рот? Может быть, вы кого-то ругали, проклиняли кого-то? Какие, хас вешалом, лешон ара сказали на кого-то? Обидели кого-то? Я обидела? Нет. Может быть, какой-то раввин, талмид хахам, рабанит одна, вы на нее вытащили какую-то вещь, сказали что-то, обидели, может быть, цдака не дали кому-то, что попросил от вас, может быть, обидели, хас вешалом, детом, альмана, гер, талмид хахам, что? Может быть, она начала думать и говорит, Да, может быть, не только может быть, так и есть. Рабанит, какая рабанит? Вы помните полгода тому назад, как я на нее разговаривала? Вы помните, как я ее обидела? Может быть, это? Она говорит, рабанит? Наша рабанит? Она говорит, да, вы не помните? Вы там не были. Ой, вы на нашей рабанит разговаривали? Да. И наши рабанит сами чистая, наши рабанит сами хорошая, как вы смогли такие вещи делать? Малка! Она говорит, да, я не знаю, что я царара, какой сатан была, что я... Ой. И только за меня много людей думают, что она такая грязная, и... Ой, какие вещи я сказала? Ой. Мы думаем, что это, Малка. Мы думаем, что это за это причина, что ведут это. Вы знаете, что написано в Торе, что нету таблетка на такое. Помогите мне, что я должна делать? Я не могу вставать. Я так и так не могу разговаривать дальше. Они сказали, давай напишем письмо. Будем написать письмо. И там ты скажешь, там скажи нам, что написать, и мы все, и мы ей отдадим. И она начала написать, рабанит моя любимая, рабанит цадика, рабанит извини. Такие вещи на тебе я не думала два раза, что-то зашло, это не я, ой, такие вещи. Два листы, что допим, лейм, бахарата, я сожалею, пожалуйста, я умоляю, мне где-то 12. Пожалуйста, и там она все пишет, там все. И после, что она так, кончала как написать все, они взяли к Рав Штейнман, почитал, да, самах, он был рад, что она, сожил так, Баруха Шем, она все, она жалеет, она митхаретет, она поняла, что она сделала ошибку. Все, она сейчас попросила прощения, что Бог ей простит, что она простит. Это большая вещь. Человек должен снять от его гордость, что понять, я сделал ошибку.
Это неправильно, я должен попросить, что мне, а? Рав Штейнман звонит к этот рабанит, сказал, рабанит, быстро сюда, ко мне, домой. Она быстро пришла. Она приходит. Рав Штейнман ей дает письмо. Она читает. И у нее начали так слезы, а? И рав Штейнман говорит, ну? Скажи, махул, 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 прости. Она говорит, рав Штейнман, махул, махул, махул. Ну я не могу ей простить от полностью душа, от сердца. Рав Штейнман смотрит, что? Да, рав Штейнман, все, что тут написано, это красивые слова, рав Штейнман. Но она чересчур меня обидела сильно. Я могу ей простить, ну 80%, 85%. Не могу от полностью сердца простить. רב שטיינמן, אני אוסמוטת גברי צדיקה, יא לי צדיקה, בסיו, יא לי צדיקה, רב שטיינמן, יא לי צדיקה, איסלי, יא לי מגוע פרסטית, יא לי צדיקה, נו, יא לי מגוע את מנבט, ויכול שתשתובודו את מנבט, יא לי חדשו את מנבט ועס, יא לי צדיקה, יא לי מגוע פרסטית. רב שטיינמן סגזל יפוניו, יפוניו, אומזל את פסמו, איפרבל יבו, איסגזל יאי, כבוד הרבנית, כל טוב, ברויכה והצלויכה, פסירוך הרושבה, ברכה ודאצ'ה, בהצלחה, דסבידניה. אני בוחד את הדביר, אני פצ'תי בשביל הדביר. רב שטיינמן סמוט את דניו, גבר איתי, רבנית, רבנית! אני אומר, דה, דה רב שטיינמן. Да, рав Штейнман, что я могу делать? Не могу вас обманывать. Рав Штейнман говорит, что вы знали. Я вам даю мое слово. Еще 4 часа. Еще 5 часов. Может быть, еще один день. Максимум 2 дня. К тебе позвонят. И ты поднимешь трубку. И тебе скажут, рабанит, шалом. И ты скажешь шалом, и тебе скажут, рабанит, Барух Даян Аэмет, она умерла. Завтра на кладбище в 11:30. И вы должны туда поехать, потому что она под ваших руках, вы там директор, вы рабанит. И вы должны там быть. И как вы придете, вы зайдете туда в кладбище. И вы увидите 12 лет и маленький, маленький. Там от 2 годинка, 4 годинка, 5, 6, 18, 19. Вы увидите, как 12 лет и остались без мат. И вам будет больно. Вы увидите, как ее муж плачет на ее могила, на ее песок. Лежит и кричит, как ты мне оставила 12 детей? Как ты мне оставила? Кто будет для их ним? Кто будет для их мат? Кто будет тебе? А? Кто? Как ты ее оставила? И все плачут. И дети плачут, мама, мама! И ты это увидишь. И ты будешь понять, что ты смогла ее спасать. Потому что Тора говорит, что בגלל הקפדה של בן אדם לחברו, только за это, что ты держала зла в сердце. А люди умирают, и можешь ей простить. И ты можешь этот удар ты можешь, хас ве шалом, что этот удар не вышло. Что Бог скажет, окей, я сказал, что нету таблетка на такие удары. Но я написал дальше, что там внизу, я написал, а Марша говорит, что когда есть таблетка, на этот удар. Когда этот человек, от всего сердца, от всего сердца, простым, сказал я, махуль, махуль, махуль. Бог говорит, только одна таблетка есть. Нет меня. От этого человека, что ты обидел. И ты скажешь, почему? Почему я ее не пустила? Почему? За мою гордость? А за мою, что мне не уважали? За это я смогла такой зла держать, что 12 лет я стала сирота, а? А? Я томим?
Она начала плакать и говорит: «Рав Штейнман, махуль, 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 200% махуль. А где она?» Рав Штейнман сказал: «Маяне Ешуа». Она быстро побегала туда, ее обняла, поцеловала, сказала: «Махуль, махуль, махуль». Ай, работай, это не сказки, это не кино, это не какой-то фильм. Это от нашей жизни, Рав Штейнман это рассказывает. Это было уже в Песах. Барух Ашем, Бероша Шана, а после 5-6 месяцев. После 5 месяцев. Не только что она вернулась в школе. Вернулась учить девочки. И вернулась жить. И остаться мать для 12 детей. И остаться жена для ее мужа. Только за один вещь. Что мы простили. Что она простила ей. Потому что обидеть человек. Обидеть человек, особенно такой. Это очень опасная вещь.